США военный угнал броневик и пытался сбежать. Инцидент произошел в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Очевидцы заметили броневик на улицах. В США солдат угнал бронетранспортер из воинской части. Сотрудники полиции устроили за ним погоню, сообщает ТСН в среду, 6 июня. Инцидент произошел в городе Ричмонд, штат Вирджиния. Очевидцы заметили броневик на улицах. Как выяснилось, бронетранспортер похитили, и полиция преследовала его водителя. Максимальная скорость, которую может развить этот транспорт, не более 60 км в час, поэтому, в конце концов, правоохранители догнали водителя, и тот сдался, говорится в сообщении. Теперь полицейские выясняют, с какой целью военный угнал броневик. Ранее в России житель города Апатиты Мурманской области угнал многоцелевой легкий бронированный тягач и протаранил им витрину магазина. После этого мужчина направился к торговым рядам за бутылкой вина, где его и задержали. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TimiCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.